помощью пульта выбираем любую фотографию. Сюда также можно заходить под своим логином и просматривать свои собственные фотографии на большом экране. А я сейчас покажу. Что касается количества доступных на данный момент интернет-сервисов, то пока что оно ограничивается тремя. В конце лета к ним добавится еще и Skype. Камера в телевизоре будет специально разработана так, что она будет подходить под дизайн нашего телевизора. Она будет находиться сверху, это будет внешняя камера, подключаться через USB-порт. В принципе, можно подключить абсолютно любую веб-камеру. Как я уже сказала, добавится сайт Skype, не сайт, а сайт Skype. Даже люди, которые купили телевизор до того, как сайт добавится, в связи с тем, что телевизор имеет доступ к интернету, он автоматически обновится, обновит программное обеспечение, и вот в этом сервисном меню, где сейчас находится три сервиса, добавится еще и Skype. Есть предложение о том, что мы можем... Можно аккумулятор включить? Т9 поддерживается? Т9 на пульте поддерживается? Нет, это не поддерживается. А в следующей версии? Да наверняка. В следующей версии будет сенсорный экран на клавиатуре. Ну, давайте. Ну, это как на старых играх на спектрах, по одной букве. Здесь будет экран для простоты. Значит, клавиши, которые можно переключать, если делать больше меньше, переключать. В общем, нужна Bluetooth-клавиатура. Беспроводной модуль какого стандарта? M или D? Беспроводной модуль стандарт. 602.11, буквочка, помню, какая. Который обеспечивает беспроводное подключение? Да, да, да. Вы сможете увидеть, если вы помните, он вам скажет, что можете задавать. Можно растянуть видео во весь экран. Ну, это, опять же, зависит от качества зрительного контента. Вообще на YouTube Full HD уже есть. Да. Скоро все появится. В принципе, все очень просто. И удобно. Сейчас еще покажу сервис отображения. Что касается самого типа подключения телевизора в сети интернет, это можно делать двумя способами. Либо прямым подключением кабеля через LAN-порт, либо с помощью Wi-Fi эмиттера. Такого же, в принципе, который подключается к ноутбуку. Он, если захотите, вы можете посмотреть, он размещен сзади, подключается к USB-порту. То есть самого Wi-Fi модуля нет, нужно переходить? Wi-Fi будет продаваться отдельно. В этом году у нас как никогда будет много всяких аксессуаров дополнительных. Это веб-камеры, это Wi-Fi, это беспроводный медиабокс, это очки. А камера сколько будет? Крепление. Камера сколько будет стоить, известно? Камера будет стоить порядка $150. Угу. Подходит любой? Подходит любой. По USB? Да. Да. Любая камера подойдет, просто что наша камера разработана специально с такой механикой, которая выполняет. На телевизоре на первом этаже. Да, да. Вы это можете видеть. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы не вам хотелось бы узнать что-то еще. И Киев есть там на карте? А кроме Киева, что еще есть по Украине? По идее, весь мир. Это по идее. По идее, градусы Цельсия должны быть. Чисто жмеринку можно найти. Помимо скайпа, другие локальные сервисы какие-то будут добавляться? У нас есть локальные. Спасибо за этот вопрос. У нас есть локальные сервисы? Будут добавляться с каждой новой линейкой количество доступных интернет-сервисов через телевизор будет добавляться.
В следующем полугодии у нас появятся новые телевизоры. Сервисы будут добавлены с помощью таких интернет-порталов украинских локальных, как Укрнет, скорее всего, это будет Укрнет, и Yesmeter.ua. Пока что мы решили, что эти сайты являются наиболее посещаемыми, то есть Что будет показывать Укрнет, интересно? Видео свои. Видео? Есть ли смысл? Да все, что у них будет, то и будет показывать, хоть хочешь. А нет планов, хотя бы планов там по части Фейсбука, Твиттера? Дело в том, что каждый из регионов предоставлял свои планируемые сервисы, да, которые они хотели бы подключить. Я знаю, что в России ведутся переговоры по поводу ВКонтакте и Одноклассников. Насколько это... Ну, если россияне договорятся, то можно будет продлить на Украине. Да, я точно знаю, что такие заявки были. Будет ли это действительно пока что неизвестно, не буду вам обещать, но я думаю, что... То есть это не такая уж и шутка, да? ...аудиторию ВКонтакте, так и... Спасибо.